кино, как сказал когда-то видный деятель, важнейшее из искусств. Когда-то в республике была своя киностудия. Сейчас кинематограф в Чувашии развит недостаточно, поэтому режиссеры и кинодеятели нашей республики собрались, чтобы обсудить новые пути развития экранного творчества. Чувашское кино в последнее время, документальное кино именно, получило развитие в презентационных фильмах. Ни в ком другом, ни в каких других жанрах оно особенно вот так развития не получило, но в презентационном кино зачатки есть. Не развивается местный кинематограф из-за недостатка финансирования, утверждают собравшиеся. В среднем на производство фильма тратится 100-150 тысяч рублей. Творцы надеются на помощь государства и просто неравнодушных ценителей кино. У режиссеров много идей и героев для создания такого рода кино. Уже в мае этого года планируется премьера документального проекта, посвященного героям Великой Отечественной войны. Наш архив запустил творческий проект «Живая поэзия войны», который будет охватывать почти все районы. И мы планируем организацию съемок во всех районах нашей республики. На сегодняшний день мы уже сняли более 20 видеосюжетов. И со временем эти видеосюжеты должны влиться в единый документальный фильм. Чтобы дать новый толчок развитию кино в Чувашии и запечатлеть национальную культуру края на киноленте, собравшиеся решили создать союз кинематографистов. Объединившись, им будет проще поднять кино с колен, считают режиссеры. Пока мы все отдельно работаем, да, вот как раз, наверное, при создании союза кинематографистов Чувашии произойдет, наверное, то обстоятельство, когда мы все объединимся просто, да, и будем создавать командное хорошее кино. Стоит отметить, что в этом году впервые на Чебоксарском международном кинофестивале представить несколько чувашских фильмов. Ксения Кравчук, Олеся Русакова, Антон Вовк, Республика.